Всем здравствуйте! Сегодня, 6 сентября, кумиру четырех поколений, Юрию Шатунову, мог исполниться 51 год. Юрий Васильевич ушел из жизни, и с его уходом мир изменился. Его песни звучат как отголосок прошлого, как напоминание о том, что все временно. Он ушел, оставив нам лишь свои хиты и воспоминания о золотых временах. Многие поклонники считают, что такой артист – может быть вечным в сердцах своих поклонников. Образ Шатунова – это уже часть истории. Его музыка была саундтреком к жизни миллионов людей. С его песнями люди влюблялись, расставались, находили утешение и вдохновение. Юрий Шатунов живет в каждом из нас, кто хоть раз напевал его простые песни. Спустя уже более 2 лет любовь народа к своему кумиру не слабеет. Неравнодушные люди всегда приходят на погост к Юре, чтобы оставить там частичку памяти о нем. Но, как выяснилось в преддверии дня рождения звезды, его директор Аркадий Кудряшов направил на могилу инициативную группу, чтобы провести генеральную уборку. Позже стало известно, что с могилы Шатунова выкинули даже то, что было еще в довольно приличном состоянии. Мусорный контейнер был наполнен горой, выкинули даже искусственные композиции, которые поклонники изготавливали сами с теплом и любовью к певцу. Посмотрите, показывают одних и тех же посетителей из ролика в ролик. Одни склоки на могиле Шатунова, даже мертвому покоя нет. Столько людей ходят к памятнику, а подписи к петиции третий год собрать не могут. Люди с такой любовью приносят для Юры цветы, а некоторые хозяйки по собственному решению все выкидывают, не по-человечески получается. Но люди все равно будут нести Юре цветы, открытки, фото, пишут пользователи. Добавим, что 6 сентября у памятника Юрию Шатунову в 12 часов пройдет панихида. Приглашаются все желающие. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!